Экофарм представляет уникальный день. Сегодня бренд, который известен в 77 странах мира. 455 патентов. Укрепление костной и мышечной ткани благодаря Остеомед, который входит, кстати, в 100 лучших изобретений России. Более 80 клинических исследований, 30 медицинских институтов и клиника в России, в которых принимали участие более 130 врачей наивысшей квалификации. Только сегодня витаминно-минимальный комплекс, который способствует восстановлению полному и укреплению костной ткани и мышечной ткани, которая, еще раз повторюсь, входит в список 100 лучших изобретений России. В исследованиях и разработках продукта принимает участие 130 научных экспертов. Он основан на базе специализированных клиник, медицинских, реабилитационных центров при поддержке государства. Медаль президента — все это говорит только о том, что вы доверяете бренду Парафарм, вы его любите, и он действительно полностью восстанавливает и дарит вам реабилитацию. Только сегодня при покупке двух любых продуктов, двойных курсов, вы получаете в подарок Мизивит, который дарит вам, конечно, способствует пищеварению и улучшению обмена веществ. Но эфир был бы не таким ярким, если бы не было нашего любимого эксперта. Итак, внимание, встречайте Дмитрий Геннадьевич Елистратор, который является генеральным директором бренда Парафарм, генеральным директором медицинского центра «Секреты долголетия», который уже сегодня прилетел к вам, чтобы рассказать о самом лучшем бренде нашей страны. Это действительно так. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В общем, если вы начнете сейчас использовать Остеомед, то вы зиму проведете без переломов. Вот это учтите. То есть, если начать сейчас использовать, то мы с вами восстановим костную ткань. Мы защитимся с вами от переломов. Я поэтому вас призываю, начните принимать его сейчас. Да, почему? Потому что это единственный остеопротектор в мире, который восстанавливает костную ткань и мышечную ткань. Вот за это открытие в 2021 году Лариса Александровна Марченко, доктор медицинских наук, профессор Московского института курортологии, получила доклад в Лондоне. То есть Россия учила весь мир об открытии, которое совершили наши врачи по восстановлению костной ткани. Остеомед останавливает развитие артритов, артрозов, пародонтита, пародонтоза, ускоряет сращивание переломов. Вот я специально привез вот эти журналы, это вот только вот в этом месяце они у нас вышли недавно, вот, которые вот как раз идут про наши исследования. Вот каждый, говорю, месяц вот в журналах идут публикации наших исследований. Более 10 тысяч пациентов уже, более 10 тысяч прошли исследования и показали высокую значимость наших препаратов по восстановлению костной ткани. Всем, у кого есть, болят кости, во-первых, болят кости, у кого болят артриты, у кого есть артрозы, у кого пародонтит, когда кровоточат десны, у кого идут пародонтозы, уже зубы выпадают, у кого произошел перелом. Остеомед ускоряет сращивание перелома, он укрепляет мышечную ткань. А это правда, что он полностью восстанавливает, да, даже он восстанавливает структуру кости. Если вы до сих пор используете препараты кальция с витамином D3, то обратите внимание, что вот эти препараты кальция с витамином D3 как раз вызывают что? Они вызывают отложение солей. Остеомед лишен риска отложения кальция в мягких тканях. Он не вызывает атеросклероза сосудов. Вот это главное достоинство. Вот Анна Михайловна, 86 лет. Посмотрите, какой возраст. Несколько лет принимала препараты кальция с витамином D3. Сломала руку. Пришла с вопросом, как же так? Я 3 года использовал кальций D3, почему я сломала руку? И вот наш профессор Вилор Иванович Труков, когда смотрел на снимки аппарата денситометрии, это вот снимок с аппарата денситометрии, увидел, что да, она ела кальций, но весь этот кальций осел у нее в мягких тканях. Вот, посмотрите, кальциевые отложения, вот они синим цветом выделены. И вот это огромная полость, участок кости, где отсутствуют клетки кости. Видите, она черного цвета, такая же, как мягкие ткани. И, соответственно, перелом-то идет вот так вот. Вот. Вот эти снимки видят рентгенологи. Вот посмотрите, какие полости они есть. Вот
перелом может пойти так, так, вот так вот может сломаться шейка бедра. То есть это огромные полости в костной ткани. Это видят рентгенологи тогда, когда уже произошел перелом. Вот даже случай гиперминерализации. Посмотрите, вот это полостное образование, какое есть. Вот так вот может сломаться косточка. И остеомед восстанавливает структуру кости. Вот в этом его главное достоинство. Вот разрушенные суставы, люди не обращают внимания. Они приходят с артритом. Вот у нас последний случай был. 15 лет женщина мучилась болезнью костей. Боли. Представляете, она сколько съела нестероидных противовоспалительных средств. Что она не перепробовала? Но у нее постоянно шли вот эти боли. И вот на снимках-то они видны. Вот они, черные точки. Вот они, разрушенные суставы. Посмотрите. Никто не восстанавливал костную ткань. А остеомед восстанавливает структуру костной ткани. Вот в этом главное достоинство. Это открытие мирового уровня. Это такое же открытие, как в свое время Гавриил Абрамович Елизаров открыл, что человек после 25 лет может вырасти. Хочешь на 20 сантиметров, хочешь на 30. Вот. Ведь ему же тогда сказали, не может такого быть. А наши врачи показали, что костная ткань может восстанавливаться. Вот в этом главное достоинство. И самое главное достоинство – это укрепление костей, это профилактика переломов, это уменьшение сроков реабилитации после травм костей, улучшение состояния суставов уже к Новому году, когда вы не будете бояться выходить на улицу, когда вы не будете бояться ушибов и переломов, вы быстрее восстанавливаетесь, особенно более старшая возрастная группа – это наши родители, это наши любимые бабушки и дедушки. Я напоминаю, вы получаете здесь две коробки, да, то есть это два курса, 2 месяца, 240 таблеток. Лучший результат сегодня, а самое главное, полностью восстановление и реабилитация ваших суставов и, конечно же, ваших костей. У нас огромное количество отзывов. Кстати, 2 года срок годности вы можете сразу заказать на полгода применения, если серьезные результаты. Вот Ольга Егоровна из города Челябинск. Ей 72 года, она говорит, что это прекрасный препарат. Я зимой сломала руку, она зажила всего за 1,5 месяца. В моем возрасте такое это большая редкость. Я давно беру у вас эту марку. Мне очень нравится. А еще я беру у вас одуванчик, потому что он для костей самый лучший. У меня руки хрустеть перестали. Ольга Егоровна, спасибо вам большое. У нас действительно огромное количество звонков. Все любят Парафарм. И я напоминаю, его можно принимать со своими препаратами. Он действительно натуральный. Это 455 патентов. Известен Парафарм в 77 странах мира. Напоминаю, 2 двойных курса и мезивит для пищеварения сегодня в подарок. Берегите себя и сохраняйте свое здоровье. We'll be right back.